Еще одна да, уже. Наконец-то я дождалась. Теперь Мирель Батье. О, вот, вот. Да, 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 точно. Матье, точно. Хорошо, не Бурлин Мурло. Матье, правильно. Вот это я думал, думал, француженка. На кого-то. Да, французская певица. Мурель Матье. Она молодая, уже годы состарилась. А прическу деменную. Она маленькая такая, небольшая. А, да, это вот, вот я думал, что... Да, да, да. Короче, еще один персонаж. Такой Коля рука, как она. А тебе... Нормально уже. Погладить. Погладить. Ну, у них там режим просто. Госпитализация с этими, наверное, у него с этим, что с его болезнью, надо 20 дней, там, иглоукалывание, массаж, какая-то физиопроцедура, потом еще что-то током делают, ну там, короче, много-много всего. И вот почему его не выписывают, чтобы надо пройти все вот это вот до конца. А-а-а. То есть у него все равно руки по-разному, там есть какая-то штука, сжать, жмешь одна так, да, другая. И показывают это. Да, какой сколько врач? Килограмм. Да, я не знаю. Вот, я... Пусть долеживает, пусть долечивает. Знаете, что вот сделать четку отсюда, когда плавно идет сюда. Не так, как у тебя было, было четко. Мария Матвеевна. Я твой критикан. Критикан моя. Ну, мама в последнее время имеет без конца. Лена, постригись, Лена, постригись. Ты вообще изменилась. Ты подстриглась, звонит по телефону. Лена, ты подстриглась. Я говорю, да нет, подстригусь. Ну, она как, да. Мама настойчива так, да? Постригись, 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 постригись. Настойчива. Папа знает, какая ты. Хорошая. Хорошая, да? Да, хорошая. Настойчива. Настойчива. Хорошая. Критиканша. Критиканша. Диз... Как не дизайн, а как который по одеждам так. Зайцев, который кто-то у нас. Модельер. Модельер. Ну и Зайцев показали. Чего с ним? Есть. Болеет? Да его вывели на люди, он говорит, это очки черные, он уже не соображает. Это давно было. Может он уже, ну вроде. Ну их его уже водили, как это уже, как экспонат. Они быстро, вот, мужики быстро открыли. Насколько мир тесен, вот это тоже меня один человек смотрит, ну, женщина, Лена зовут. А Василий Дмитриевич, это дитя войны, ты, который гаражный, это этот, приходил Колю в больницу. Я его сняла с ним, ну, он попал там какое-то несколько минут видео, я их оставила, ушла. Она, это ж мой папа. Вот это да. Вот просто как-то бывает, такие сапоги. Вроде город-то большой, да? Вот это свой папа. Я, так я его знаю уже очень много лет, папу, а дочку ни Коля, ни я мы ни разу не видели. Коля-то жену знает. И... Вот мне сказали, что книга, что ты мне дала, это Гринчанинова хорошая. Хорошая. Вот, я буду, да, ее читать. Я не читала, но я почитаю. У него 12 томов, и он из каждого тома золотую серединку вот в эту книжку. Маленькую, да? Я бы обязательно прочитала. Вообще он писатель, он набрал с первых веков подвижников, которым небо было открыто, кто что видел, чтобы мы, простые люди, до его книгах спасались. Он предупреждает, вы читаете, те монахи, они для себя писали. Ну да, некоторые же есть, да, сложно понять. И он, а он при царской фамилии в таком элитном училище учился, отличник. Семья большая, выделялся умом, пришел домой и сказал, я хочу быть монахом.
отовсюду дыбы встали, вплоть до царя. Тунька пишет, этот рез, у него температура 39,5, офигеть. Ну вот это может и омикрон. Ты знаешь, как оно у нас повалило в Мурманской области? А в Мурманске есть? 4 января было 95 человек. Омикрон вообще есть в Мурманске у нас? Да полно, он уже захватил. То есть здесь уже, да? А вчера было, вот 4 января, это считай, что 20 дней назад, да? А на омикрон же тоже берут маски, как на ковид? Да, ну, то есть он определяется. Да, определяется. То есть не по симптомам. А вчера уже было 235. Обалдеть. За 20 дней 140 человек. Короче, никуда не ходите лишний раз. Сидите дома. Да, вот в том-то и дело. Не ходи, когда мало народу. Там рано утром. Я так и стараюсь. В магазины я иду часа в 3, когда народ рассосется, когда эти скидки пенсионерам не действуют. Они с утра, пенсионеры, идут, там скидки какие-то ищут. Угу. Дурёшь такой. Да дурёшь, конечно, это замануха. А вот в 3 часа я иду, народу нету. Несколько человек. В Дикси, это. Я спокойно покупаю и все. И больше я домой иду. Ку-ку, Дуняшка, дедушка тебе кукукает. Ку-ку. Бабушка бабушка тебе кукукает. Мы за тебя переживаем, мы тебя поддерживаем, поправляйся. Вот. И потом мне скажут, что врач придет, скажет, и будут ли брать у тебя маски какие-нибудь там на ковид или на микрон, потому что высокая температура, это что-то подозрительно. Так что давай поправляйся. Вот, мы за тебя очень-очень переживаем. Она так ходила ко мне и утром пишет сообщение, а я извиняюсь, но у меня температура, она извиняется за то, что у нее температура так хотела. Ну, что делать, пусть поправляет. В 40 проб у заболевших COVID-19 в Мурманской области выявляют штамм омикрон, 40%. Ну, это еще только началось, сейчас скоро будет 100. Увеличивается количество заболевших коронавирусом, продолжается активная мобилизация первичного звена здравоохранения, вирус бушует, новая волна, положительных тестов много, вчера выявлено 239 человек. А как в Китае борется? Я не знаю, Китай... Я сейчас расскажу. Допустим, улица идет. Вот. Дома стоят, улица. Перекрывает улицу с двух сторон. Чем это? Полиция надо закрывать. И всех тестируют. Всех тестируют. Подряд. Но каждую пробу не проверяют. Берут колбу, бросают туда 10 тестов, закрывают колбу. А потом проявляется. Если даже в одной колбе, оно же потом друг друга заразит, если в колбе есть это... Один человек это, все эти палочки там заразил, всю улицу на карантин. Ничего себе. Они, ну, чтобы меньше тратить денег, это, что ж каждую, да? Ну, зачем? 10 штук бросили, через день проверили, все есть, значит, всю улицу на карантин, закрыли все, всех по домам. Ну, Китай как-то быстро с ковидом справился, они молодцы. Они, у них продолжается, ну, но как... они, это, у них там, у них своя система. У них военная система. Беру, закрыли, перекрыли, всех по домам посадили. Да. Попробую вынырнуть. Не вяктесь ничего. Так у них 1 миллиард 400 миллионов населения. А у нас 200, у нас 145 миллионов. У них в 10 раз больше. Ну да, за такие цифры в голове не укладываются. В 10 раз больше у них. Ба и деду привет, ба и деду. Ну что, погладим пойдем, да? Да пойду домой. Давайте, гладьте. На твои топотули. Папа переклеил тебе, видишь, как хорошо. Вот хорошая вот эта штука. Но. Жалко, что гнется. Ты вообще одевала? Ой, как будто она стояла около меня, и мерила меня и шила, мерила и шила. То есть на тебя, да? Ну, один к одному. Так, у меня ни одной такой вещи не было, чтобы я не перешивала. Отлично. Даже шерстяные, их не было, перешивала.
Пробовались. Да. Да я вижу, ты ходишь. А вот это перетягиваю, вроде боль мешается. Странник я на земле. Все мы странники и пришельцы. С целью исправления себя. Ты бы видела моих свиней. Это что-то, это такая кинокомедия была. Ну, мы же когда поехали с этот, ну, к Настюшке туда, я уже знала, что я, наверное, нас не будет 2 дня. Поехали. Я же должна оставить им много еды на 2 дня. Они же едят много. Я им гору сена на первом этаже, гору сена на втором. Тут 3 кормушки с едой, на втором этаже кормушки. Они как все это увидели, как они начали есть. Они в шоке, я захожу, это черный Яшка лежит прям мордой в этой, в кормушке спит. Тришка под сеном тоже вот так вот раздулись, это буквально за час. Ну я уже уходить, захожу, у обоих вот такие вот бока. Вот, а я еще уходила, думаю, я же сочный корм оставляю, думаю, ну утром даю, а мы выезжали вечером. Я думаю, ну оставлю, пусть там что-то съедят с вечера, что-то с утра. Я им положила этот сочный корм, и так смотрят, они же его любят. Еле встали, пошли, еще этот корм немножко есть. Это кино с ними. Ну, когда приехала, конечно, все сено там разбросали, еду все поели, поилку одну выпили, на вторую так осталось. Ну, хватило. Вот если бы 3-й день, уже бы все, ну, мало. Ну, доедали бы, что было. Ой, это кино, это видеть надо. Просто вот какие-то, голова и так вот и пузо вот так вот. Они такого счастья как еще... Я обычно, ну, насыпаю, ну, и жду, когда они подъедят, да, чтобы сначала вкусное выбирать, потом то, а тут сразу и все много вкусного. Потом это по весне я тебе привезу. Поглазеешь на них. Так, все. Все готово. Иногда совсем плохо. Ну, я смотрю, да, ну ты потихоньку мой. И вообще не ходи. Сядь и сиди. И сидеть, и лягу. Ну, или ляг, лежи. Сейчас что, запеканочки твои? А, запеканочки поешь. Свеженько. Как что-то картинка какая-то вспомнилась. Если это что-то стремишься к мечте, иди к ней, не можешь... Там еще что-то к ней. А если так не можешь, то ползи к ней. Кстати, сиди, ляг и лежи. Тяжело. Да нет, не тяжело. Нормально. Так, ну все. Не болеть. Папа, ты кушай, не вставишь, ты все. Поел. Happy New Year. Happy New Year у тебя. Чего? Ты как положение. А у меня тут же, знаешь чего, у меня же и перчатки, и все, на свете. И все, что положение. Ну и ладно. Ну и ладно. Нравится. Маме что-то моя куртка не очень нравится. Мне нравится. Ладно. Пойдет? Все, уже понравилось. Только говорит, где это? Уже понравилось. Дизайнер ты мой, модельер. Так, ладно. А сейчас или такие черные? Да, сейчас, да. Еще знаешь, какие сейчас модно, как мешок, вот так от плечей, вот так до низу просто прямое, длинное, и не так, ну как бы вот как мешком, бух-бух туда, и сейчас модно носят. Ну, не поймешь этих модниц. Так, ладно, все, пошел я. С Богом. Спасибо. Закрываю. Бабуль, закрывай. Ага. Я уже иду домой. Вот эта вот машина стоит у нас во дворе. Я даже не обращала внимания, что с ней, потому что по темнушкам до этого приезжала. Походу, до нее что-то сверху упало. Глыба какая-то, потому что на аварию не похоже. Примята крыша. Это кошмар какой-то. Вот так вот сосульки эти, столько вот машин поугробило. Хорошо, если на машину упадет, если на человека. Нету-то у нас ничего. Вверху. Да не висит. Но по-любому что-то на крышу свалилось. Короче, гляньте, какая Гладя смешная. А Тима и Барабака не приехала ко мне сегодня в гости. Да, няха заболела. Короче, у няхи, кажется, омикрон. Вот она мне присылает фоточку. Бедный мой ребенок, больной ребенок.
Вот, приходила врач, пишет, а я подохла, трэш. Походу у меня ковид, и в скобочках пишет омикрон. Это врач предположила, пока еще не брали мазок, или что там берут, как правильно сказать. Но придет другой врач, вот этот вот врач, который приходила, лекарства давала, придет другой врач брать тест на ковид. И Дуня у нас кто? Дуня племянница блогера. Она тут потихоньку из-под тяжка снимает видео. Если чувствуете, что хуже? Ерингалин как-то так вот условно помогает. Ну вот раз на раз, вы пока вот день-два посмотрите, если видите, динамики нет, то тогда уже будет, да. Уже ингаляция. Да. У мифеновир, значит, который 50, выдают две упаковки, ей 10 лет, поэтому ей по две таблеточки 4 раза в день дают. Без разницы, это не антибиотик. Понятно? Вам понятно? Вот, ну и что? Ну пока ничего, все ждет теста на ковид. Достала гостинчики от папульки, думаю, чего у меня такая сумка тяжелая, а вот чего, потому что у меня здесь куча всякого чего. Вот масло масляное. Вот такое вот пюре, яблоко, облепиха. И яблоко люблю, облепиху люблю. И вот это вот, я думаю, будет вкусно. Ни разу такого не пробовала. Вот, затем... Килька жареная в томатном соусе. Кстати, я сейчас себе так мало готовлю. В основном делаю пюре. И папа мне угощает консервами, разной рыбкой. У меня немножко там был запасик. Вот я сделаю пюре, открыла баночку. Очень даже здорово. Вот, Коли нет, Лена расслабилась. Я обычно много готовлю. И практически каждый день, когда был Коля. А теперь я немножко отдыхаю от кухни. Вот, затем яблоко. Апельсин, мандаринки. Мандаринками могу с Колей поделиться. Пойдет в больницу завтра. Отвезу его, положу ему 3 мандаринки. А 2 себе оставлю. Корова. Это точно для него. Банан. И 2 лохматых киви. И да, и да, и да. Еще вот. Кашалатка, кашалатка. Клубнично-йогуртовая начинка. А еще я по дороге заходила в Улыбку Радуги. Купила няхе вот такую цепочку, она любит для ванны. Кстати, надо уже маникюр делать, кончики обтесались. Вот, малиновое варенье для ванны и душа. Странно, как этим пользоваться в душе цепочкой? Что-то я не понимаю. Вот, и купила себе вот такую вот свежую косметику в баночке, в такую прикольненькую. Кокосовая маска для лица, омолаживающая. Вот, поэтому буду молодая я теперь. Маску только нанесу, и все, и будет все супер. Ну что же, подошел час X, и Лена поехала воровать мужа. Сегодня вечером заберу, завтра утром верну обратно в больницу. Я людям оставил телефон? Я хотела, а что они не кукарекают там? А, они все не кукарекают. Пристегивайся давай. Пристегивай. Подожди, я сумку уберу. Ботинки взяла? Ну, я взяла ботинки, это до подъезда туда идти надо. Скользко, что-то в тапочках пойдешь. Потом возле дома переобуешься. Что-то я думал и хотел сказать, и забыл. Ты хотел сказать, какая я красивая. Это я видел на фотографии. Ну, так на фотографии одно, в жизни другое. Чего не говоришь? Чего сейчас дома? Дома скажешь? Под песню «Любимая». Или как там, «Моя любимая». «Моя любимая жена». Вот, которая жена приходит, его зовут. Она... Но она видит, что я один ходячий такой, в руках много тарелки держу. Они пожрут, я уношу на пост, бросаю туда. Короче, ты там служанка работаешь. Вот. Обслуживающий персонал. Не забудь Юру на ужин, я там принесла, разогрей ему. Я говорю, сколько? Он не кукарекает. Вот так пока. Я говорю, минуту или полторы, погорячей? Нет, минуту. Да, за мужиками жены придут ухаживать в больницу и будут, а вот за женами не каждый мужчина будет ухаживать, если что случится. Ну, а к одной ходит, наверное, дочка или мужик, внучка, ну, бабка. Ну, дочеря ходят. Да. Ну, памперсы, он без памперсов, но она его в туалет возит на каталке на этой, на колесах, в душ. У меня дома еды нет, кроме оладьев и яиц. И тарелка супа. А я мечтал яйца поджарить, салатушкой. Ну, вот и будешь. Это 2, наверное, что первое. А, ну яйца ты сколько, месяц не ел, наверное. Все, Коля помылся, покушал, пошел, включил телевизор. Я
поставила варить пюреху. Ну и все, на сегодня снимать уже ничего не буду. Всем пока, всех люблю. И, конечно же, до новых видео.